Всем привет! Вы на канале Launcher Auto. Сегодня краткий обзор на программу Agama. Пойдем покажу. На главном экране центрального виджета вы можете выбрать компас, часы, логотип вашего авто, спидометр, который работает от GPS, музыкальный плеер, а также есть возможность включить автоматический режим. Перейдем в настройки лаунчера, раздел оформления. Для начала выберем логотип вашего авто. Требуется скачать его и установить. Все делается автоматически. Проверяем, работает ли он. Все ок, продолжаем. Следующим пунктом у нас редактор тем, самая удобная и простая настройка цвета лаунчера. Сеты тем, готовы варианты от разработчиков. Здесь мы встретим 7 штук на выбор, устанавливаем ту, которая больше всего вам понравится. Если этого мало, выбираем опцию редактор тем, расширенные настройки оформления. Ставим галочку, возвращаемся в редактор тем. Можно изменить по цвету 6 зон лаунчера, также вид 2D и 3D. Интеграция сторонних программ в Agama. Начнем с плеера. Кто через что слушает музыку, но я через Bluetooth. Открываем доступ к уведомлениям, чтобы все это дело работало. Также можно поставить автоплей музыки. Навигация в лаунчере. Тут только будет показывать направление, расстояние до поворота, а также отображение камер. Я использую Яндекс.Навигатор. Разрешите работать в программе фоне и показывать уведомления. Следующий раздел из интеграции у нас антирадар, очередной помощник на дороге. Список небольшой, но он есть. Проблем при использовании точно у вас не будет. В настройках мы можем увидеть раздел управления громкостью. Не у каждого он работает, возможно, будет кому-то полезно. Присутствует настройка яркости для дня и ночи, также по времени суток. Меню программ. Тут только сможем выбрать размер сетки программы в меню. В настройках можно выбрать единицы измерения, расстояние и температуру. Язык интерфейса, спящий режим и так далее. Что касается обратной связи, тут я уже точно не смогу вам подсказать. Разрабы сделали достаточно все просто и понятно в этой программе. Вернемся на рабочий стол лаунчера. Каждую кнопку можно назначить и изменить на свое усмотрение. Для начала выберем приложение, далее название, если требуется, поменяем его. Также заменить иконку приложения. Проверяем, работает ли навигация. По краям лаунчера есть показатели сети Wi-Fi или интернет-сети, температура окружающей среды, время парковки или движения автомобиля. Выбор тут не маленький. Яркости день, ночь или авто. Для работы разрешаем изменить системные настройки. Проверяем, все ок. Голосовой помощник от Яндекс или Google. И на последнее, что у нас осталось, это режим ожидания. В принципе, неплохой для ночной езды. Хотел бы сказать спасибо, кто посмотрел прошлое видео и подписался на канал. Не забывайте подписываться тут и тут. Всем удачи на дорогах. Спасибо.